Всем привет, семья! И снова Сочи, Краснодарский край. Сегодня 22 сентября 2021 года. И мы снова. Я Дмитрий, и это... На связи. Один из лучших будущих риэлторов, или, как говорится, агентов по продаже недвижимости города Сочи, Екатерина Андреевна. Мы с вами в районе Бытха. Екатерина Андреевна, как связь? Проверьте, нормально все? Дмитрий, слышно хорошо. Ребята, работает спецтехника, потому что бурят сваи полным ходом. Смотрите, первая очередь уже стоит. Жилой комплекс Сочи Парк. Всего будет 8 домов. Первая очередь 3 дома. Вторая очередь уже делают сваи 2 дома. И вот там выше будет еще 3 дома. То есть всего, ребята, 8 домов. 6 гектар земли. Чтобы вы понимали, свой торговый центр на 5000 квадратных метров. Своя школа, свой детский садик. Ребята, чисто для инвестиций. Я сейчас вам озвучу цены на пару студий. Это очень актуальное предложение инвестировать. Если вы подъедете сюда, на Бытку, к офису, вы увидите, сколько людей со всей России приезжает вот сюда, в офис, для того, чтобы инвестировать свои бабки и зарабатывать на этом хорошие деньги. Это, ребята, даже не 30% годовых, это гораздо больше. Вы здесь можете за полгода спокойно вытащить миллион при правильном вложении. Вот смотрите, это у нас первый корпус. Второй корпус. Я сейчас переверну камеру, так чтобы было вам удобнее ориентироваться. И уже вам покажу более детально и расскажу, куда можно реально вложить деньги. И я же, собственно говоря, сам собственной персоны, вам и продам через полгода вашу недвижимость с призмой уже в плюс миллион. Плюс-минус, но я думаю, где-то примерно столько и вытащим. Семья, я вас очень прошу, если мы вам приобретем квартиру в жилом комплексе Сочи Парк, не паркуйте, пожалуйста, машину вот так вот, как ваш сосед, я вас умоляю, потому что просто это не по правилам. Я понимаю, что мы перекрыли здесь лестницей всю ситуацию, но сейчас Екатерина Андреевна спасет нам мир. Екатерина Андреевна, спасите, пожалуйста, исправьте, пожалуйста, ситуацию в жилом... Бэтмен! Это что, маленький Бэтмен? Давай, спасай ситуацию. В общем, ребята, что я вам хочу сказать? Да, я покажу еще одного. Нет, вашего соседа. Вот он, смотрите. На чили на расслабоне, видите, сидит просто, кайфует на скамеечке. Не, а что, не могли лампочку поменять? Да, и вот лампочка здесь мигает. Чините лампочку. Не видно, что она, да? Фонарный сейчас, столб. Сейчас, подожди, сейчас загорится. Ну все. Значит так, 6 гектар земли. Ребята, свой детский садик, школа. Пожалуйста, спортивная площадка уникальная. Первая очередь три дома уже продаются вовсю. Сейчас выйду, покажу вам наглядно, озвучу цены. У нас получается вторая очередь, еще пока не продаются. И третья очередь. Тоже сейчас наглядно покажу, где это все будет выглядеть. Уникальный комплекс. Торговый центр планируется. Торговый центр вообще великолепный на 5000 квадратных метров. Наполнение шикарное у комплекса, поэтому, ну... Квадратный метр растет не по дням, а по часам. Пойдемте покажу наглядно, как все это будет выглядеть. Значит, смотрите, какая у нас ситуация на сегодняшний день. Три корпуса у нас. Первый корпус, второй корпус и третий корпус. Чтобы было понимание, первый самый приближенный как бы к морю, но тут особо видовых квартир нет, только на самом высоком этаже, поэтому без разницы, где рассматривать. Смотрите, в первом корпусе у нас на сегодняшний день на 13 этаже, здесь, на 13 этаже, есть 24 квадратных метра, там 24 и 1 квадратный метр. Самое выгодное предложение. Стоимость 8 миллионов 676 тысяч рублей. Вот здесь есть. Эта квартира планируется в однокомнатную квартиру. Несмотря на то, что это студия, там выделенная зона для спальни. Я смотрел проекты. Потрясающая квартирка. Это где-то 361, разделите, пожалуйста, за квадратный метр. Это очень хорошая цена. Или 361. Короче, где-то в районе 360 тысяч за квадратный метр. Чтобы вы понимали, чтобы было понимание, сейчас, купив эту квартиру за 8670, ребята, через полгода, ну минимум 700 тысяч мы с вами вытащим оттуда. 100%. На миллион дороже мы с вами ее однозначно продадим, это я вам вот точно говорю. Дальше, смотрите, во втором корпусе, вот здесь, есть хорошая квартирка, востребованная. Я почему вам показываю маленькие площадя? Потому что маленькие площадя проще всего у нас продать. Все, что до 30 квадратных метров, у нас разбирает как пирожки. Здесь у нас во втором корпусе, на 17 этаже, есть квартира 18,3 квадратных метра. Это маленькая студия.
Ее цена на сегодня 7 миллионов 137 тысяч рублей. Это самая дешевая цена квартиры в этом корпусе. Это где-то 390 тысяч за квадрат. Ребята, с этой квартиры мы с вами тоже вытащим за полгода 1 миллион. Эти дома строятся и сдаются. Это у нас получается федеральный закон 214. Это у нас ДДУ с вами, регистрация ФРС. Ипотека любого банка здесь, ребята, проходит. Поэтому это чисто можно купить, конечно, под себя. Но в идеале это инвестиционный проект. То есть у кого есть свободные деньги до 10 миллионов, смело приезжаем сюда, смело покупаем. И 1 000 000% мы с этого объекта зарабатываем. Это очень надежный объект. Еще раз, район Бытха. Это у нас жилой комплекс Сочи Парк. Можете почитать, можете посмотреть. Вот такие вокруг видовые характеристики. Это очень наполненный именно по заполнению жилой комплекс. Здесь будет абсолютно все. Школа, садик, свой торговый центр, парковки, всякие развлечения и так далее. То есть здесь, ну, очень хороший, ребята, уникальный объект. Я редко что-то расхваливаю, но здесь однозначно, если заработать деньги, это сюда. Просто пассивный доход. По кадастру покупаем, по кадастру продаем, зарабатываем деньги. Крайне редко вы услышите о том, чтобы я хвалил какие-то объекты. Мое предназначение — покритиковать. И действительно, я приезжаю и вижу какие-то недочеты. Ребята, но это серьезный застройщик, это серьезный объект. И поэтому здесь заработать, ну, сама вселенная велит здесь заработать. Поэтому смело, у кого есть в наличии действительно деньги, вместо того, чтобы положить их в банк по 5% на депозитный счет, ребята, вложите. Вложите в Сочи Парк, и я вас уверяю, вы заработаете. Даже если не через меня купите, и я не получу свою комиссию, сами вложите и заработайте. 100% говорю вас, будете хорошим словом вспоминать. Все равно за те же деньги купите. Какая разница, нам застройщик комиссию заплатит, не заплатит. Может, даже какую-то скидочку еще сделаем за счет нашей комиссии. Ребят, я вас всех обнял. Если что, набирайте. Объект хороший, достойный. Счастья, здоровья, а главное... денег, любви, счастья, здоровья, а главное — всем любви, потому что без любви нет смысла в этой жизни, ребята. Все, пока, обнял.